до начала ободрее. Так что с такими потерями в составе установлено. Потерями и без эмоций тяжело, конечно. Эмоций не хватает. Реально не хватает. Хотя начали неплохо. Не разобрались в обороне с первым голом. Опять же, не сыграем с нами. После первого гола что-то как-то игра поменялась, мне кажется. А так мы владели преимуществом, могли реализовывать. Какое-то напряжение создавали у ворот соперника. Ну, тяжело, конечно, то, что ребята ушли. Ну, я думаю, дело времени, сыграемся. Старая. Ну, в принципе, команда в какой-то момент была готова не выйти на поле, но все-таки принято решение было играть. Ну, дело в том, что мы сегодня общались с, так можно сказать, с владельцем команды на данный момент, поэтому и мэр, и господин Пронин уверили нас, что они помогут команде остаться, будут все делать для того, чтобы погасить наши задолженности, и чтобы команда была, но мы, соответственно, поверили, потому что мы сами понимаем, что команда в Раменске должна быть, а убить ее, не уходя на поле, ну, это был не вариант. Вариант, чтобы команда осталась, мы чуть-чуть решили с ребятами потерпеть. Как это на самом деле сложится, неизвестно. Найдут деньги. Хорошо, не найдут, конечно, это. Но мы им верим. Мы верим, что они заинтересованы в том, чтобы команда осталась. Ну, соответственно, и мы тоже заинтересованы, чтобы команда была в Раменском, потому что здесь должна быть команда. Ну, какой-то срок такое ожидание есть. Вы знаете, хорошо, что как бы такой разговор был, конкретных обещаний не было. Конкретных сроков не ставил, потому что все пока очень туманно, но переговоры ведутся, как нам сказали, и как только будут поступления какие-то, то с нами будут рассчитываться потихонечку. Единственное, просто будет жалко то, что сейчас просьба большая к болельщикам потерпеть, потому что пока сейчас сыграется коллектив, ребята будут входить молодые. Все равно это все равно время нужно. Ну, будем стараться. Я думаю, что сейчас второй круг в любом случае доиграем, а через зиму будет проще и найти денег, наверное, в горло. И, может быть, там какую-то задачу будут ставить более серьезно. Потому что сейчас, увы, но серьезных задач, я думаю, мы не сможем побороться. Хотя будем стараться. Ну, спасибо.